Всем привет, друзья, вы на канале Турбо Артём. Сегодня, короче, вот уже через час у меня будет день рождения. Это такой влог про мой день рождения. Остался всего один час, ребята. Прямо ровно час, 23:00. Сейчас я в шоке, ребята, просто. Это завтра мы будем торт покупать. Вот это все. У меня даже голова немножко болит. Ну, ребят, это хорошо, то, что у меня болит голова. Сейчас расскажу, почему. Потому что она завтра у меня точно не будет болеть, потому что она сегодня болит. У меня даже было, когда мне исполнялось 11 лет, у меня реально болела голова. И вот в 11 лет я... Знаете, почему у меня болела голова? Потому что я заснул в 5 утра. Я сам, ну, в шоке, как это случилось. А вот... На 12 лет, когда мне исполнялось, я заснул тоже в 5 утра. Но не болела голова. Но я проснулся где-то в 12 дня. Вообще, ребята, должны люди где-то просыпаться, когда они родились. То есть, ребят, я родился, получается, 8:30. Значит, я должен проснуться в 8:30. Постараюсь проснуться в 8:30 и рассказать вам ощущения. Не могу, прям голова болит. Надеюсь, я сейчас вытерплю и вам покажу этот влог. Все, ребят. Я проснулся. Ой. Извините, что вчера не записал, как было 12. Я просто реально сильно хотел спать. Все. Так что, ребята, вот такие дела. Я проснулся, так что все. Буду дальше показывать, как я кушаю. Ну все, ребята, я покушал. Сейчас я покушал омлет с сыром и на десерт съел еще банан. А сейчас я буду пить кофе. Вот, смотрите. Вот. Сейчас я буду пить кофе и дальше для вас снимать влог. Как у вас дела? Кстати, ребята, вот Влад, 67-ка. Почему, когда я в сандалях и захожу на песок, у меня тут попадает песок? Да, гений, конечно. А это, кстати, Такс, покажи базу голубей. Ребята, база голубей. Ребята, я, кстати, тоже в день рождения гуляю, кстати. Смотри. Голубей! Улетел, блин, я чуть на него не наступил. Ребят, посмотрите, он такой богатый, Шанель. Бракова, палёная. Эй, ладно, погнали на школу. Кстати, сегодня я на этой тачке поеду. Вау, вот это Mercedes BMW. Это пятнашка. А чё? Это твоя? Да. Да, я сегодня кофе пил. Я сегодня кофе пил, купил эту тачку больную. Больную? Почему? Ей всего-то 13 лет, как и мне. Мой отец купил. Это новая модель. Это новая все. Кстати, а тебе 13 лет. Ей ну тоже да. 13. Кстати, эта машина старше вот этой. Прикиньте. Ей 14. Какой 14? Я сам не знаю. Но просто знаю то, что эта машина 2011 года ладно, выпуска. Ладно, погнали. На школьную уже мы хотели. О, хорошая лавочка. Какая лавочка? Ты чё? Мы на школьную все хотели. Мне надо было сфоткаться с этой машиной. Да ты чё, да её знаешь, сколько в городе таких машин. Как будто это какой-то Мерседес или Митсубиш. Ну, Митсубиш, ладно. А ты брата показывал? О, кошечка, куда? А ты брата показывал на своем канале? Нет, он же еще маленький. Рано. Но у Артёма, если что, есть брат. Кстати, мало кто знает, у меня реально есть брат. У него недавно он... Ну, где-то 8 месяцев назад, да. Наверное, на свет появился он. Маленькие какие-то тут цветки, а не большие. Кстати, Саш, ты что-то для 7 лет очень низкий. Или тебе реально 7? Да. Я в 7 лет... Он детский сад еще ходит. Да? Да. Я в 7 лет вот такой был. Я мерился, я вот такой был. Тебе по плечу, можно сказать. Ну, да. Кстати, ребят, я не знаю, ребят, у нас с Владом разница год, но почему-то он чуть ниже нет, меня. Кстати, ну мне 7 лет, я все равно в садик пойду. А когда мне будет 8, я в первый класс пойду. Че, куда идем? Че, куда? Куда-куда? На прилавку. Куда? На прилавку. Там прилавка, а там мотавка. What the hell? Там
там прилавка, а там рожайка. Ой, блин, мы что, в рожайку? Нет, на рожайку? Мы в прилавку. Он сам хоть понимает, что говорит. Ладно, ребят, все-таки все. Или еще снимать? Да не знаю. Все, ребят, это заснял для вас то, что, ну, мог. Остальное все будет интересно. Эй, пойдем ты, господи. Пойдемте на школьную площадку. Да, пойдемте. А вот здесь овощи, да? Ладно. В общем, ребята, я уже пришел с улицы. Сейчас буду своими делами заниматься. И уже сейчас через 3 часа или 2 я уже поеду торт выбирать, пиццу. Ну, в общем, все вот эти дела. Только что вот так. Все. В общем, ребята, сейчас гулял. Это, и мама, короче, это говорит, смотри, деньги. Я поснимаю, смотрю, 1000 настоящие. Это, думаю, я тоже телефон возьму и куплю на них. Или что-то еще куплю. В общем, ребят, сама суть то, что это, я не знаю, мне очень повезло с этим. Если у меня был полноценный выходной, был... Ребята, вот, смотрите, это... Стол какой у меня большой теперь. Я, конечно, в шоке. Я не Артём, думала. Ты возьми пиццу, сейчас я порежу сейчас там ее. Она уже порезала. Я не думала, то, что давай, давай, такая большая будет. Ну да, думаю. В общем, бабушка, я в шоке, конечно. Шоке. Ну то, что такой большой стол. Так что вот так вот. Шашлыки есть. Ну, я отцу не Кстати, знаю, ребят, я узнала, что за подарок это. На первая буква Д. Там еще есть буква П. Еще есть буква Х. Я не знаю, что это. Но бабушка сказала, то, что я знаю, что это. То есть, я не знаю. У меня даже не ориентируется, что это. Когда она сказала первое Д, я подумала деньги, а потом П и Х. Я вообще не понял, что потом. Ну, я еще посмотрю. Так что вот такая вот стол. Вот такая вот стол. Ладно, тогда, ребята, буду вам еще что-то показывать, так что... Нет. Так что вот так вот, ребята. Вот это я кайф. Ребята, короче, сейчас я буду еще шарики надувать. В общем, вот смотрите, я уже вот надул. Вот еще одну фишку, много шариков. Кстати, еще мне папа обещал, что обещал? Телефон. Да, мне уже это 15 тысяч дали, я еще сегодня косарь нашел, значит 16. А сколько я должен тебе? Еще 15. Еще 15, а не 10 ли? Не 10 ли? Да. Не знаю, сколько он стоит. Не, я так чуть-чуть смотрел. Так что вот так вот, ребята. Такие вот у меня делишки. Вот это. Там это деньги лежат. Там вот это все вот это. Кстати, смотрите, я почти выше стала. Становлюсь папой. Это, ну, смотрите, это в 13 лет вот так вот. Наверное, я в 14 лет уже буду с твоим ростом. Крепло. Или уже буду выше папы. Ну, мы все посмотрим через год. Так что... Пальцы мои. Так что, ребята, вот так вот. Так что вот так. Иди, иди. Ребята, еще смотрите, каким я был в 7 лет. Это примерно. Это примерно я вот таким был, смотрите. Это примерно. Вот такой я был в 7 лет. Ой, 10 лет. 10 лет, а вот такой же. Ну, нормально такой. 11 лет. Ребят, я, смотрите, меняюсь уже. 12 лет, ребят, в прошлом году. Ровно год назад. Ровно 2 года назад. 3. 6 лет назад. А, нет, даже 7 лет назад, ребят. 7 лет назад.
Смотрите, и сейчас, ребята, 13 лет. Вот так, смотрите. Так что, ребята, завтра мы с папой пойдем уже покупать новый телефон. Зубы, видно, режутся. Скажи, бабушка. Завтра пойдем с внуком покупать новый телефон. Нет, тебя не видно, вот, теперь говори. Завтра пойдем с Артемкой покупать новый телефон, ребята. А еще, ребята, мы завтра пойдем в парк кататься. Ребята, вайп уменьшается уже. Сейчас скажу. Секундочку. Так, сейчас время 20:47. Ёлка, поговори с твоим братом. Сейчас, секунду. Это, ребят, что я хочу еще сказать? То, что вот деньги, которые мне подарили, ровно 15 тысяч, косарь, который я нашел. Кстати, смотрите, еще шарик реально всего настолько, смотрите. Так что вот так, ребят, и смотрите, стол. Ну, вайб уменьшился, реально, ребят. Уменьшился вайб, знаете, в чем? В том, что все уже, ребят, стало все по-другому. То есть никого нету, то есть папа уехал, там вот это все к дедушкой в магазин. Ребят, ну так что я сегодня на даче. Ну так что скоро я уже, наверное, буду заканчивать свой влог. А хотя нет. Давайте я сяду. И уже буду надувать. Я не знаю даже, насколько... Ой, этот влог получится. На минут так 12. А, кстати, ребят, самое главное... А хотите прикол? Смотрите. Я сам не знаю, что я говорю. В общем, ребят, я еще придумал, что есть. Ладно, все, ребят. Извините, отправлю этот шарик в ананас. Все, увидел? В общем, ребят, сейчас я еще нужно много чего. Так что, ребят, будьте сейчас со мной. Вот, меня папа уже это готовит. Стол нужно, чтобы в порядок привезти. Да, смотрите. Вот я даже готов. Красиво. И с днем рождения. Вот как красиво. Красиво, ребят, реально. Покажи. Разворачивай. Самое главное, ребята, да? Разворачивай спорт. Да подождите. Вот. Не разбей. Вот так вот разбей. Кого-то у меня день рождения. Давай, может, тебя стартовый. Давай, папа, улыбайся. Давай. Ну улыбайся, день рождения.
А может мне 31 будет, а? Миша. Сам же смерди. Ты объектив-то открой мне. А зачем мне фотографию старту? Ну, Артём, Артём, пап, ты меня снимай, да. Давай, положи. Так, ну-ка. Поставь. Подожди, да, давай, давай, двоих. Мне 13 лет. Фу, давай, двоих. Сделай. Все. Сейчас, ребята. Волк, вот. Встаньте, на. Сейчас, блядь. Время 10 часов вечера. Мы вот здесь вот бабушка опять. Ребята, бабушки очень классно. Внуки приехали, дети, внуки, а у дедушки никого нету. Сын. Я сирота. Так что... Сирота казанская. Матвей. Мать любит твой сын. Ой, так что вот так сироту. Вот, ребята. Вот, в общем, я спать не хочу, но, ребята, я никогда так день рождения долго не отмечал. Все, и давайте сейчас буду зажигать. Раз. Тушить. А, еще желание надо загадать? Да загадывай про себя. Все. Готовы? Готовы. Сейчас. Пап, мое лицо видно, да? Да, теперь видно. Все. Время уже 10:30. Я сейчас ем торт. У меня никогда такого длинного дня рождения не было. Длинного. И так я сегодня много всего понаела, не надо. 7, 8, 9, 3 часа. Это высыпаться, дай бог. 3 часа? Самый длинный день рождения. Нет, именно это 10:30 никогда такого не продолжалось. День рождения, да, так мы приехали во сколько? Ну что, смотрите, бабушка с дедушкой. Вот открыточку. Эту черную оставить? На память. На память. Да, ставлю, конечно. Там их бабушкин почерк. О, держи. Вот, прикольно это, кстати. Ну вот. Что будет с ним делать? Так что вот такие вот дела. Отвлекайся на него. И начинай жить там. Так что вот так вот. Я так обкакался его на свете. Я не знаю, завтра тоже буду продолжать день рождения. Тоже завтра будем? Завтра, а? Давай поговорим. Завтра мы будем... В общем, завтра мы пойдем в парк. Я буду кататься. Тоже буду сниматься. Так что вот так вот. Завтра будешь убираться, чтобы поливать то жарко. Ребят, меня, наверное, не видно. Сейчас 22:40. В общем, 10:30. Да, я сорвал. Ребят, так что день рождения завтра продолжается немножко. Завтра я все вам покажу. Ребят, такие пирожки. Все. Ну, ребят, до следующего дня. Ребята, а теперь говорю всем пока. Уже сегодня 29 июня. Снял я сегодня вам пока. Все, ребят, всем пока.